Реформировать и модернизировать финансовую сферу деятельности посредством блокчейн-технологии планирует Тайвань. В Центральном банке страны недавно сменился руководитель. Новый глава Нацбанка Тайваня Янг Чинлонг при вступлении в должность заявил, что планирует использовать блокчейн для развития финансового сектора. Структура займется изучением преимуществ технологии распределенного реестра для развития банковской инфраструктуры в стране. Основной акцент исследований будет сделан на быстром переводе денег и высокой безопасности блокчейн-транзакций.